Приветствую вас, ребятки, в игре Raft. Мы вместе с Аней тут пытаемся выживать. Но пока, правда, помираем больше. Вот, все, что успели сделать, опреснитель и ящик. Куда перед смертью складываем вещи. Потому что пока не хватает ресурсов на то, чтобы себе еду добывать. Надо делать удочку, но это все ресурсы. Сейчас все ресурсы у нас уходят на поддержание плота. Тут время от времени акула приплывает и отгрызает наш плот. Вон еще бочку лови. Все ресурсы у нас уходят. Молодец. Все ресурсы уходят у нас на поддержание плота. Так, вот сейчас я буду уже помирать. А я буду пока акулу отпугивать. Да, акулу отпугивай. Итак, что будет близко плыть, я буду собирать. Я пока на крючок не буду ничего делать. Так, нам нужно с тобой... Молоток у тебя есть, да? Да. Акула сзади! Быстрей, быстрей! Аня охраняет копьем. Ремонтируем. С едой проблемы. Вот в этих бочках иногда попадается еда. Но иногда она не попадается. Сейчас я все в ящик уберу, буду помирать. Так. Буду помирать молодым. Буду помирать молодым. Так, что там у нас Аня не подхватила доску? Я подхватил. Вот, хватай, что плывет. Ну вот здесь крафт. Много чего можно делать, но пока до этого не добираемся. Так, вон еще бочка, но это, наверное, далековато. Нет, взял. Так. Бочка там, собери, успей ее собрать. Есть, подцепилась. Тебе пить надо? Нет, все равно помираю. Крючок надо будет мне сделать. Хорошо. Сейчас я помру, и крючка у меня не будет. Так, а ты этот выложишь, этот крючок? Ой, не успел. А у меня написано, ждет спасение, а ты меня тут восстановить, наверное, не можешь, да? А, я могу тебя восстановить, найти кровать, я могу тебе только на кровать положить. А надо. Кровати нет. А, подожди, я сейчас попробую кровать сделать. Да сейчас. Не, я сейчас перезапущусь. Подожди, кровать. Все, я перезашел. Это 10 листков, 6 досок, 4 пластика. Ой, гвозди. Ну, я попробую.
Так, 10 листков. Ну вот пока, 6 доз. ребятки, крючок мне нужен, я без крючка. Пластик, сейчас, подожди секунду. Пластик и гвозди. Ну вот пока вот, ребята, вот так вот А мы гвозди выживаем. как делать? Пока мы выживаем. Дай себе крючок сделаю. Пока вот так вот выживаем. Или дай вещи возьму. Бери, бери, бери. Сейчас я кровать. Где кровать положить? А где кровать положить, чтобы ее акула не лопала? Ну, я пока здесь положу. Так, я сейчас буду помирать. Скоро. Так, гвозди. Так, мир сохраняем. Но пока прервусь, ребята, потом продолжу. Сейчас попробуем около острова кинуть. Сделали парус. Ой! Я сырую рыбу съела. Ну Так, ладно. как его закинуть? Вот здесь, наверное. А мы сейчас врежемся, нет? Как его закидывать-то? Так. Пить, 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 пить. Ты видишь, что мы около острова? Только я не Да, могу. ладно, скидывай. Все получилось. Получилось? Да. Хорошо. Сейчас я все вещи уберу и пойдем на остров. Тебе кушать надо? Скушай эту рыбку. Мне бы попить. Кружку всегда держи с собой у себя в сумке. В инвентаре. Куда ты рыбу? Она же еще сырая была, или? Готовая скумбрия. А, окей. Вот еще ложу. Так, ну акула здесь нас не трогает. Можно идти, так, освобождать инвентарь и идти на остров собирать вещи. Так, сейчас попить, покушать мне надо пока. А здесь акула нас не тронет? А? Акула нас здесь не тронет? Нет, здесь она нас не тронет. А парус надо было поднять. Вот такой парус поставили мы с Аней. Ну что, пойдем на наш первый остров? Сейчас, секундочку, мне попить и покушать надо. Ой, я нашел арбуз. Да. Слушай, здесь лежит бревно, а его можно на доске попилить? Не знаю. Так, а как мне рыбу взять? Е, на нее наводишь. Так, арбуз можно съесть. Я съел арбуз, у меня жажда улучшилась. Желтый цветок. Здесь акула Так. плавает. Да, я ее только что отогнала.
тебе надо будет там все собирать. Подойди к кровати и нажми спать. А почему я рыбу не могу взять кушать? Может, у тебя инвентарь полный? Нет, у меня инвентарь пустой. Не знаю, потом разберемся. У тебя инвентарь пустой, ты пошел туда? Я хочу ночь прокрутить. Для этого мы должны вдвоем лечь и нажать спать. Лечь спать, да. Лечь спать надо. Ну подойди на кровать тоже нажми. А где кровать? Я кровать не вижу. А, вот она, окей. Положить. А для этого надо вторую кровать. Мне-то некуда. Ну ладно, тогда так пойдем. Все игроки должны спать. У меня старик. Ну, вторая кровать-то нету, я же куда лягу? А давай быстренько сделаем. Ну, сделаем. Я пока по острову похожу. Давай, у тебя инвентарь пустой? Да. Цветы собираю зачем-то. Что с этими цветами делать? Цветы собираю, только непонятно зачем они. Не надо пока цветы собирать. Не забивай инвентарь цветами. Ну, в крайнем случае выкину. На этом острове. Так, вот ананас можно съесть. Тебе надо кушать? Да, мне надо кушать, а то я сейчас помру. Я поэтому здесь стараюсь рыбу как-то съесть. А, вот. На тебе ананас кину. Вот я кинул ананас. Нам семена надо будет еще собирать. Я пока нам рыбу помогу. Да здесь остров-то маленький. Так, надо топор сделать, чтобы ты мог там порубить эти деревья. Сейчас я сделаю. Давай, я пока рыбу руку. Ты топор сделал? Да, сейчас буду деревья рубить. Вид от третьего лица, ребята, есть в этой игре. Вот так вот. Видите, как Ромка выглядит. Так. Так, мне надо попить. Сейчас будем рубить деревья. Тогда пей. Вот, вода здесь. Я начинаю рыбу ловить опять. В животе у меня заурчало. Там рыба жарится. На острове что-нибудь нашел? Все уже собрал.
А? Топор сделал? Да. Акула. Да ты что? Ну, уже 2 квадрата съела. Так, доски нужны, вот это дерево срубим. Так. Вот, доски и пальмовый лист. Красный цветок. Красный цветок нам не нужен. Ты жива? Я жива, пить мне надо. Короче, сейчас все деревья тут рубим, и можно уплывать. Все, что можно было, я тут собрал. Ты все хорошо проверил? Да. Вот эти кораллы можно собрать? Нет. Что-то я такое подобрал. А, ну это обычный этот хлам. Так, ну что тогда, будем уплывать? Нет, подожди пока. Вот это вот дерево не рубит. Здесь нужно крючок. И крючком нырять в воду, и вот там, вон, видишь, вот камни, медь, все, вон, хлам собирать. Так, у меня удочка остановилась. Так, здесь акула. Она меня уже укусила. Так я уже там собираю, там обычный хлам на дне. Так вот этот хлам нам и нужен. Так мы его из плота крюком поднимаем. Из плота ты его крюком не сможешь поднять. Как не сможешь, поднимали же. Не, там на дне очень опасно, она меня уже 2-й раз укусила. Лучше с бочек вылавливать. Так ее надо это бить копьем. Тебе копье надо, и чтобы ты ее копьем. Нет, она обычным крюком бьется. Что? Обычным крюком бьется. Акулу я имею в виду. Копьем отгонять от себя. Бочку ты сможешь достать? Так, удочку надо мне делать. Это, мне кажется, надо плыть отсюда. Да подожди плыть. Ну, постой тут. Не знаю, что ты тут хочешь. 6 досок, 8 веревок. А доски у нас что, нету, да? У меня есть. Первый наш остров. Ну, ладно, ребятки, вот на этом пока сегодня закончу. Вот такое начало в игре Raft. Вместе с Аней выживаем на плоту, как можем. Ну и ждите следующей серии, чему она будет посвящена, пока не знаю. Будем расширяться. Может быть, будет что-то еще интересное. Так что не пропускайте. Что я хотела сделать? До следующей серии. Всем пока.